Família. Приедешь сюда? Да? Молодец. Приезжай. What's your mood? Happy. Well, are you ready for long flight? Yes. Yeah. Good. Ну вы знаете, куда вы летите? Do you know where I'm heading to? No. No? No. Вы летите домой. You fly back home. To the US. To the US. Okay. Да, конечно. Okay. Так что все будет нормально. Everything will be fine. До свидания. Сколько бы ждали этой встречи? Спасибо большое. И со мной до этого общались, когда сняли, потому что... Ну, потому что я с ним не говорил, что... Да, а до этого держали, конечно... А ты ночью ночевал в гостинице или где? Нет, прямо забрали с камеры. Из камеры? Со всеми вещами отправили. А потом? Потом 7 часов до Манчестера и 7 часов от Манчестера. Ну, в Манчестере где-то там час ждали, пока заправят, пока там. Ну, вы когда поняли, что вы возвращаетесь домой? Когда они вас забрали? Ну, ситуация странная. Телефон, и делали. Я старался каждый год делать анализы крови. И смотреть, чтобы у меня там все было как бы нормально, там не зашкаливало. Вот, ничего, конечно. Условия досрочного освобождения. Ну, только в первый день мы ее посадили в самом начале. Условия такие драконовые. Это, конечно, нюансы очень важные, Алексеевич. Мамулечка, привет. Конечно, сейчас только дозаправятся, все встретили, хорошо, мам, все не переживай, все нормально. Я тебя очень люблю. Давай, дай мне Аллу. Не переживай, все нормально, расскажу при встрече. Все нормально. Все нормально. Да, видимо так. Слава Богу, что так. Все, давай, давай, все, ладно.